Первый этап военно-патриотического форума Уральского федерального округа «Подвиг поколений» состоялся сегодня в Тюмени. Его участниками в режиме ВКС стали более 150 городов и районов со всего субъекта. Из Югры на связь вышли студии из 22 муниципальных образований, в том числе представители окружного парламента. Привлечь внимание широкой аудитории к вопросам сохранения и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне – это главная цель большого мероприятия. Югра представила культурно-образовательный проект в Сургуте и видеоотчет о медиаэкспедиции «Победа одна на всех». Специально для форума в зале заседания окружного парламента развернута фотовыставка и выставка оружия. У нас есть вся нормативная база. Окружное законодательство проведено в соответствии с федеральным. У нас есть концепция развития военно-патриотического воспитания на пятилетку.